Яку гру веде Борис Джонсон цією своєю заявою про те, що хоче створити якийсь альянс, куди повійшла Україна, Польща, країни Балтії? Вот это замечательный вопрос. Вот он же, так сказать, развивает мою мысль о том, что раз эти страны играют на стороне Путина, а это четыре страны, я еще раз перечислю, Германия, Франция, Италия и Венгрия. Они открыто играют на стороне Путина, и эти четыре страны, они члены ЕС, в которые вы так стремитесь. Я же, кстати, что говорил Макрон о ЕС? Десятилетия нужно ждать, прежде чем Украина вступит в ЕС. Они парализуют деятельность ЕС и НАТО по помощи Украине, по противостоянию Украине. Как блестящий политик и как человек, болеющий душой за Украину, я расскажу сейчас, почему Джонсон самый твердый ваш сторонник, он это видит. Он видит, что НАТО и ЕС парализованы четверкой стран, которые фактически играют на стороне Путина. Поэтому он правильно ставит вопрос о создании некой другой структуры, которая не будет связана по рукам и ногам бесконечными голосованиями. Вот завтра будет Европейская комиссия, Европейский саммит будет 31-го. Так последние сведения сегодня были, не договорились они о нефтяном эмбарго? Сегодня нет. Да, последнее слово очень важное. А почему Англия так расположена к вам? Потому что Англия переживает свою историческую молодость. Она видит Украину 2022, сражающуюся в одиночку с Путиным, как Англию 1940 года, которая сражалась один на один с Гитлером. И даже не на один на один, а до 22 июня 1941 года товарищ Сталин оказывал Гитлеру максимальную помощь, снабжая его всем необходимым сырьем и продовольствием. И поэтому Англия самый верный союзник Украины.